ми завжди пам'ятаємо тих, кого немає, збираємось цей день, згадуємо. Тих, хто залишились живими, їх багато немає, багато в такому стані, що не можуть вже прийти. Ми маємо стати нацією, маємо стати українцями, маємо стати небайдужими до того, що діється навколо нас. Це була трагедія для всієї України. Треба виховувати наших дітей, щоб такого більше ніколи не повторилось. Я горжусь тем, что я в свое время выполнил эту поставленную задачу. Вот, очень горжусь, даже несмотря на то, что потерял здоровье, часть, вот, все это, что защитил страну, людей. Вот, и смотрю в будущее с уверенностью. Дай Бог, чтобы такого никогда больше не произошло. Сегодня наш праздник, потому что 14 декабря был сдан объект укрытия под ключ. Всем, кто меня слышит, кто меня видит, хлопцам, чернобыльцам, братьям, значит, желаю здоровья. Вот, чтобы мы еще не один год еще прожили на благо страны, на благо людей. Что атомная энергетика – это очень серьезный, очень опасный вот такой вид энергии, вот, что, с которым надо обращаться очень осторожно, и чтобы быть квалифицированным и подготовленным. Это была типа одна из самых больших техногенных катастроф в Европе. Вот. И много людей, которые... На тот момент были жителями Советского Союза, не зная, что конкретно они ликвидируют, пожертвовали своими жизнями, чтобы мы сейчас спокойно ходили и жили. Пам'ятати їх потрібно, тому що якби не вони, то воно б просповзлося Бог знає куди.